Ням-ням. Я тоже хочу. Ням-ням-ням. Ой, упала, упала. Как жизнь молодая? Нормально. Как говорит Лариска, о чем будем молчать? Ты, наверное, обижаешься на нас, мамы? Да нет. Юрий, вы извините, но просто я не умею себя что-то изображать. Что изображать? Ну, какие-то чувства. У меня всю жизнь был один отец. И я его очень люблю. Я понимаю. Лёва, что, ничего не болит? Ничего. Да больше испугался просто. Спасибо. Ну что ж ты так, а? Я с таким трудом достала билеты на этот вечер в артиллерийском училище. А ты не хочешь идти. Лариса. Ты еще паранджу надень, затворница. Да, ну, я военных терпеть не могу. И вообще, я демобилизовалась. Все, хватит. Тебя же никто в ЗАГС не тащит насильно. Ты отдохнешь, повеселишься. Ага, что здесь плохого? Да какое веселье, когда все заранее известно. Ну, придем мы туда. Ну, встанем вдоль стеночки. Начнем о чем-то оживленно общаться. Подойдет кто-нибудь, пригласит потанцевать. Потом он же еще раз 15 подойдет, еще и увяжется потом до дома провожать. Стоящий с ним в подъезде. Оправдывайся. Вася, вы такой хороший, но понимаете, я люблю другого. Почему Вася? Ну, Вася, Петя, Гриша, какая разница? Может, вообще хвост просто? Не, мне не нравится. А иди с распущенными. Распущенные, как немножко. Пузель. Алло, милиция! Тут драка! В подъезде! Улица Маяковского, дом 23А. Первый подъезд! Приезжайте скорее! Эй! Менты нагрянут. Не нагрянут. Это ты милицию вызывала? Да, я. Но вообще-то у меня даже телефона нет. Так ты пошутила, что ли? Пошутила. Ну ладно, идите, те двое ушли уже, наверное. Я маленько постою, ладно? Ну, вообще-то у меня два брата в комнате спят. Чемпионы по боксу. А я тихо. Пусть козлы эти убегут подальше. Да курить охота. До смерти. Наверное, нельзя, да? Ну, пойдемте на кухню. А? Только потише, а то братьев разбудите. И за что вас так? Будешь много знать, скоро состаришься. Вместо пепельницы. Спасибо. А у вас есть тубус? Это что такое? Как? Ну,
Футляр для бумаг. Нет? А на кой он мне? А, такой длинный, да? Круглый. Угу. Ну, раз был такой. Я одному лабуху календарь с голыми девочками отвозил. Ну, чтобы не помять. Тебе нужен, что ли? А когда это было? Сейчас помню. А, мы тогда кернули с лабухом, но отмечали дембель. Так. Значит, это осень была. Ага. Конец сентября. 2 года, ровно 2 года назад. И 1 месяц. Вот сколько. А маршрут помните? Конечно, 5-й. Передайте, пожалуйста, билет. Не пихайте меня, пожалуйста. Девушка, меня придвинули, я не по собственной воле. Осторожно. Чего? Черт, мне выходить. Извините, пожалуйста. Ты чего так интересуешься? Да просто мы с вами в одном трамвае тогда ехали. Угу. У меня хорошая память на лица. Повезло тебе с памятью. Чё ты телефон-то изображала? Братьев не могла, что ли, разбудить? Ну, вот еще братьев будить. Они бы вашим дружкам так надавали, покалечили бы, потом в тюрьме бы еще из-за них сидели. Надо больно. Ладно. Пойду я. А то еще проснутся спортсмены. Еще с просонья не поймут нифига. Ну все. Ну ты смотри, там осторожней. Ага. Там в заборе дырка есть. Мы тоже в детском доме любили воздушного змея запускать. В детском доме? Да. Я в детском доме вырос. Ты не знала? Нет, не знала. Родители погибли. А вы о них что-нибудь знаете? Ну, немного. Только то, что бабушка рассказывала. Дядь Юра, он вырывается! Расскажете? Да, сейчас. Здорово, молодец. Сейчас помогу. Ну что, запустим еще раз? Мама, а может, папу на танке нарисовать? Нарисуй. Мам, почему папа с нами не живет? Лев, ну мы же когда переезжали, я тебя спросила, с кем ты хочешь жить, со мной или с папой? Ты сам выбрал меня. А я передумал, я теперь хочу, чтобы у меня был папа. А я? И ты тоже. А что, ты можешь взять и жениться на папе? Но для того, чтобы жениться на человеке, нужно его полюбить. А ты его полюби, полюби. А то мальчишки говорят, то, что никакого папы у меня нет. То, что я все придумываю. И про танк, и про погоны. Что, к папе тебя отвезти? Хитренькая какая. Я что, буду без мамы жить? Мам, ты обиделась, да? Лев, я не хитренькая. Просто за твоего папу выйти замуж я не смогу. Ну ладно, тогда я сам на тебе женюсь. Когда вырасту, ведь же ты меня любишь. Представляешь, совсем, вот не терпит никаких разрушений. Там слоник в мультике забор сломает, или медведь какой-нибудь на домик сядет, сразу начинает реветь. Слушай, а ты когда замуж за Левкиного отца выходила, у тебя Саня уже был? Был. А кто отец?
пожарник один. Героический человек. Я у его матери комнату снимала. Ну? Сгорел на работе, что ли? Да нет. Мы даже хотели пожениться, но его мама была против. Она считала, что я обманным путем вошла в их семью, специально забеременела. В общем, мне все это надоело, я обиделась и уехала. Ну и правильно. Зато такого пацана родила просто загляденье. Так ты на танцы в артиллерийский не хочешь идти из-за этого пожарного? Да нет. Просто я люблю танцевать дома. Одна. Это я знаю. Знаешь, что вспомнила? Ни к селу, ни к городу, конечно. Помнишь, мы в очередной раз к Марику в гости пришли? Ну? С Володькой. Помнишь? Ну? Володька пластинки поставил. Я пошла с ним танцевать. А Марик пошел на кухню чай заваривать. Ну, Володя меня в бок пихает, говорит: посмотри, как Динка. Смотрит. Так ждет его, как будто боится, что он никогда не вернется. Так с войны ждут. Будто вчера это все было, да? Как будто 100 лет назад все это было. Это туловище. Туловище? Да. Туловище. Вот туловище, а это ушки, да? Уши. Это конь. О, вот бабушка. Конь. Конь любит идти это по тоже. Таске. Привет и вам. Что такое? Тебе повестка, Марик. Куда приглашают? В военкомат. И что ты так встревожилась? Все правильно, я офицер запаса, по специальности военный переводчик. Ты пойдешь на луну, папа? Это военная тайна. Мам, все нормально. Это, скорее всего, просто сборы военных. Мам. Мама. Сгущенку купила? Дин, гуляешь ты где? Даже по воскресеньям тебя не застать дома. Так я ж подрабатываю на шабашках. Мы с Венеркой ремонт делаем в квартире. Ну а что, деньги-то нужны? Не сегодня-завтра кооператив дадут. И что, ты мебель двигаешь, что ли? Ну да, приходится. Дин, ага. Ты что, хочешь грыжу заработать? А я думала, она в кафе с подружками сидит. Я думала, может познакомиться хоть с кем-то. А ты, Дин, ну ты здоровье свое гробишь, ты это понимаешь? Ой, мам. Ладно тебе, не переживай. Подыщу себе другую работу. Мне самой это уже надоело. Лида, ты не познакомишь меня со своей сестрой? Ты говорила, что она у тебя массажисткой работает. А что, у тебя радикулит, что ли? Да нет, я маме обещала тяжести не таскать. А, ну да. Как думаешь, научит она меня массажу? Да Любка-то. Да, конечно, научит. Любка-то, да. Ты, главное, побольше заплати, она тебя не тому научит. Пациентам скажем, что ты моя практикантка, ладно? Угу. Люб, скажите, сколько я вам буду должна за обучение? Ай, потолок у меня дома побелишь и будем квиты, ладно? А то у Лидочки не допросишься. Хорошо. Широчайшая. Трапециевидная. Встань-ка на мое место. Давай-давай. Пальцы не напрягай, быстро устанешь. Ой, девочка, меня не предупреждали, что я буду служить наглядным пособием. Ну, лежите спокойно, это практикантка. Сообразие. Давай, давай. Ой. Хорошо. Плавнее, плавнее, плавнее. Ой. Захватывай побольше. Хорошо.
расслабьте мышцы. Все, можете одеваться. Когда мне приходить в следующий раз? Никогда. Как прикажете понимать ваши слова? У меня муж завтра возвращается с медзаключения. Очень ревнивый. За это и сидел. Ну, на нет таки суда нет. Спасибо. Эй, а деньги? Ах, да. Пожалуйста. Сейчас дачу принесу. Одну минуточку. Ваша сдача. Мне бы водички. Голова что-то закружилась. А, конечно. Сейчас. Благодарю. Что с тобой, мам? Книжку читала. Книжка грустная. Как в школе дела? Пятерка по чтению. Ты моя умница. Ритуся сказала, обокрали тебя. Какой-то мужик с остеохондрозом. Имей в виду, я к тебе только теток присылала. Да знаю. Это, наверное, кто-то из бывших клиентов посоветовал. Да, я вот у себя на дому только проверенных принимаю. Хотя, конечно, где их проверенных-то сразу найдешь? Много украл, сволочь? Много. Стараюсь не вспоминать. Ну ладно, не переживай. Есть у меня одна женщина, она здоровая, просто следит за собой. Сделаешь массажик, 10 дней, 200 рублей. Берешь? 200? Mm-hmm. Беру, конечно. Вот и ладушки. Спасибо. Ну, в день клиент два бывает. А я, Диночка, зарабатываю денежки совершенно другим методом. Чудо-машинка и Нева. Что это за чудо-машинка такая? Это вязальная машина. Нева. Прокладываешь нитку, двигаешь каретку, из-под платин выходит трикотажное полотно. Вязальная? И сколько такая машинка стоит? Ну, не дешево, 240. Но за неделю может себя купить. В магазин она приходит очень редко. Но если бросить на руки продавщицы-стольник, в принципе, проблем нет. Она вынесет ее через черный ход. На, держи. Спасибо большое, вы меня очень выручили. Ой, на здоровье. Вот, возьмите деньги в кармане. Всего доброго. На улицу на проезжую часть не ходи. А мне на остановку? Иди дворами, там лаз, выйдешь на детскую площадку. Оттуда к скверу, через него на дорогу. Поняла? Угу. До свидания.
Кать, вырез предлагаю сделать V-образным. Мне кажется, это удлинит шею. V-образный — это как? Ну, это треугольничком. Как у вас? Я сделаю красиво. Я обвяжу крючочком вот так вот окантовочку. И снизу тоже. Будет хорошо. Давайте ручки поднимем. Так, 140. Предлагаю сделать свободный крой. Не будем стали ничего придумывать. Это будет хорошо. Мне кажется, удлинит фигуру. Просто прямое. Хорошо. Можно мне, значит, грибной и пюре с тефтелем? Хорошо. Здорово, Серега. О, привет. Какими судьбами? Да, материал заносил. Как сам? Ничего. Ташкент посылает на стажировку. А почему в Ташкент? Ваше второе, пожалуйста. А там Туркестанский военный округ. Ну, ты понимаешь, что это значит? Конечно, понимаю. Читал твою статью об интернациональном долге. Ваш грибной. Спасибо. Щи грибной. Грибной. Ты подходи, поговорить нужно. Рис, гречи, макароны, тефтели, пюре. Мне кажется, надо редактировать. Послушай, если бы я написал то, что видел и чувствовал там, то меня бы точно уволили. В лучшем случае. Поэтому приходилось писать, что наш ограниченный контингент строит больницы, детские дома. Военврачи принимают роды у афганских женщин. Марик, зачем тебе это нужно? Ну, у тебя же жена медик, мать медик. Ну, пусть подсуетятся. С женой я, кстати, развелся. Зачем? Ну да. У тебя же была любовь на последнем курсе. Кстати, не знаю, где она теперь. Уехала куда-то в неизвестном направлении. Так разве сейчас об этом речь? Ты понимаешь, куда ты едешь? Понимаешь? Ой, Динка, все-таки я тебя не понимаю совсем. Что ж ты не уволишься отсюда? Сама же мне говорила, что за неделю нашу зарплату месячную отработаешь. Так кооператив обещали, как я теперь уйду? А тебе, Дина, как матери-одиночке, государство должно свою квартиру дать. Да, надо ходить, добиваться, писать. Между прочим, в комитет советских женщин. О, или Терешковой. А может, еще куда-нибудь выше. Да-да. Все выше и чаще и больше. Ну, Терешкова у нас точно в космос не полетит. А лучше, Динка, взять чемоданчик, детей, прийти в исполком и сказать: не могу за квартиру платить, вот буду у вас здесь ночевать, в вашем кабинете. Учит без руки, без ног, как на скакалочке прыгать. Это я на без ноги. Да я, между прочим, 100-метровку, знаешь, за сколько бегала? Сейчас не помню. Слушайте, девки, я тут слышала это. У нашего крановщика-то как его? Кузовкина, что ли? Ну, Кузовкина-то тройня родилась. Да так ладно. Я по телеку слышала, что ему 4-комнатную квартиру обещали отдать. А? Так ему ж кооператив на днях должны были. Да зачем ему теперь этот кооператив, если это так, бесплатно? Ну? А нашей председательнице, местком, той, у которой как раз оказалась эта пустая квартира, очень нравятся вязаные вещи. Да? Ну ладно, ты уж посоветуешь. А чё? Не подмажешь, не подъедешь. Ага. Да ну тебя. Золотые руки у тебя всё-таки обошла. Очень красиво получилось. Да, и, по-моему, мне даже как-то идет. Ладно. Ну что? Ну, все вроде на месте. Да, все бумаги в порядке, да, обошла. Нужно будет принести еще 500 рублей. Это не для меня, а для некоторых товарищей, чтобы шума не было. Я понимаю. Ну все, до пятницы оформим сразу все документы и сразу заплатишь в банк. Первый взнос за кооператив. Ну все, пока, Баша, пока. Спасибо. По 18 часов в сутки вкалываешь. Да хочется поскорее с долгами расстаться, да и отдохнуть по-человечески. Еще клиентов, как назло, не хватает.
Хоть объявление на столбах развешено. Не волнуйся, сейчас еще одна клиентка придет. Она учит тебя уму-разуму. Это кто это меня будет уму-разуму учить? Светка Липатова. Я ее сама позвала. Она так и села, когда узнала, какие копейки ты за работу берешь. Откроешь? Да, открою. Это, наверное, она. Тебе нужно торговать на барахолке. Ну скажи, сколько пряжи у тебя уходит на одно платье? Ой, ну, грамм 600 уходит. 600? Угу. Так, 600 грамм по 5 рублей. Итого 30. 30. За работу ты берешь 50. 50. Платье стоит заказчице в 80 рубликов. А на сорочке такое платье можно продать за 130. Смекаешь? 130. А где ж я пряжу-то возьму? Спасибо. То мне хоть клиентки приносят. Слушай, ты меня удивляешь, Абашева. Да я тебе хоть сегодня приведу одну бабу за все секции галантерей. Свяжешь ей бесплатно кофтенку, ну и она тебя завалит этой пряжей всех цветов и оттенков. Мы пойдем погуляем, а где Сашенькины ботиночки? Мам, смотри. Нравится? Очень. Слушай, ну это произведение искусства. Примерь. Дин, ты чего? Мам, это тебе. Да нет, я же знаю, что тебе так нужны деньги. Ты же купишь на квартиру. Мам, ну вот эту кофту я специально для тебя связала. Пожалуйста. Красота. Твой цвет. Тебе очень пойдет. Сказочно, мне очень нравится, правда. Спасибо, дочь. Спасибо. Девочки, красавицы, не проходите, посмотрите, тени, помады, не только замуж. Девочки, не проходите, посмотрите, хорошие помады. Хорошие помады. Спасибо, не надо. Хорошее качество, хорошее. Смотрела качество, девочки. Девочки, не пропускайте свою часть. Палач почти новенький, хороший, не подходит, посмотрим, подходит. Взяли, мне не идет. Примерили, надели. А 46-й есть? Платье серое 46-й. Почем? 60 рублей. Посмотреть можно? Конечно. Чистый хлопок 100%. Очень хороший фасон. Давайте. Возьмите. А можно его открыть? Да, спасибо большое. Да. Не надо. Алёш, сюда. Да. О. Сколько стоит? 240. Слушай, ну мне 200. У меня, видишь, не хватает совершенно. Слушай, давай 230 и эти часы. Вань, да перестань. Ну, они 30 стоили. Соглашайся. Ну зачем мне твое старье? Нет. 240 и баста. Ладно, спасибо, поехали. Да подожди, Алёш. Давай берем товар продавца и едем к тебе. У тебя дома деньги есть? Ну, я, в принципе, перезайму. Спасибо. Поехали. Поехали, а? Не, никуда не поеду. Нет. Ладно, спасибо. Ребят, подождите. Я слышала, вам 10 рублей не хватает. Возьмите. Он в шоке. Спасибо, девушка. О, нашли. А я тебе еще сменную ленту добавлю. Отлично. А, где я? Где я вас искать? Где я могу вам отдать долг? Да ерунда, не нужно. Нет, я серьезно. Ну, если хотите. Все правильно? Я каждое воскресенье здесь с 6 утра. Спасибо вам, девушка. Вы не знаете, что вы для нас сделали. Алеша без печатной машинки, как ковбой без коня. Он подающий фантастические надежды журналист. Да ладно. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Ой, жара. Да. А тебе, кстати, очень идет. Как индийская принцесса. Лёх, ну перестань. А вот и Сельмак. Да? Значит, дом в конце улицы. Отлично, давай зайдем. Иногда в Сельмаках такое можно видеть, чего в московском ЦУМе не найдешь. Посмотрим. Приходите к нам еще. Спасибо, обязательно. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, девочки. Вы к кому приехали? Ну, как кому? К вам, конечно. Вот ваш приятель, знакомый нам тоже человек, из охраны труда, вам привет передает.
Сказал, что у вас дефицит какой достать можно. Опа. Клеенка есть. В ромашку. Показать? Ну, уважаемая, зачем нам клееночка? Нам сгущенка, нужна тушенка, гречка. Да вы что? А что? Какая тушенка? Мы тушенки отродясь не видели. Ой, ну да ладно. Так а сгущенке я вообще молчу. Да? А туфли? А косметика импортная? Купальники есть? Девочки, вы сдурели, что ли? Нет, ну хорошо, девочки. По килограмму гречки я отсыплю. Тушенки по банке нарыла. И все, девочки, все. Мам, смотри, какой танк. Ой, а дайте танк. Танк тоже возьмем. Че? Правда, мама, да? А что, я вру, что ли? Ай, ты в каком классе его родила-то? В 6-м родила. У нас, знаете, все вообще рано рожают. Она, считайте, у нас старородящая. А где это у вас-то? У нас? Ну как где? В Индии, не видите, что ли, мы индианки? У нас, знаете, как в Индии принято. Вот 8 лет стукнуло девочке, так ее сразу замуж. Вот у меня лично 5, у нее поменьше. А, Рабиндранат Тагор читали? Не могу, смешные вы, девчонки. Ладно, так и быть. Девочки, купальники югославские есть. Югославские? Цветочек. Мама. Прелесть. 25 рублей. Плюс 5 сверху. Показать? Давайте. Вот-вот, смотрите, девочки. Красотища какая. Боги мои. С чашечками. О, боги мои. Такие клевые купальники. Я бы такие нигде не нашла. Я всю жизнь о таком мечтала. Давай, Владимир. Ларис, если я куплю здесь дом, мне здесь жить. Ну какая охрана труда? Какая Индия? Как я людям в глаза смотреть буду? Не древь, подруга, все будет путем. Придумала же. Вот он. О, вот этот? Мам, пришли? Заборчик-то придется починить. Осторожно. Сельпо рядом. Угу. Колодец тоже 2 шага. Огород, сад, вишня, яблони, смородина. Да мы видим, что красота. Крыжовник. Да. Дом вообще справный, банька у вас чистая. А чего продаете-то бабуле? Да трудно мне каждый выходной приезжать. Да вот маму в город забираю. Нет сил больше. А помощники есть? Да помощники есть, все мы живем в городе. И дочка моя живет, муж у нее вообще начальник. Да, хорошо зарабатывает, жигули. А дочка уже 2-го ребенка ждет, правнучка будет. Да. А сюда их калачом не заманишь. Я вас сейчас чайком угощу, ма. А в каком году дом построили? В 1912. Давно. Ух ты, старый вообще. Ну, не беспокойтесь, мы будем следить за домом. Смотрите. Смотрите за домом, а то он погибнет. Не погибнет. Не погибнет, на вас надеюсь. Я тебе найду телефон Марика. Да я сама могу достать телефон Марика. Только зачем? Да ладно. Я же знаю, что ты его любишь. Если он только узнает, что ты здесь, он к тебе прилетит, примчится. Ларис, зачем это нужно? Жить на 2 семьи? Мотаться от одной к другой? А мне что остается? Ждать у окошка? Не хочу. Проснулся? Да. Да-да. Марк. Мама. Похудел.
подожди, а с кем Ася? Ты только не волнуйся. Детский сад сейчас на своей даче в Подмосковье. Я навещаю каждое воскресенье. Там изумительно. Лес, речка. Сегодня чуть свет, звонят с кафедры. Сам Игорь Борисович. А я с ночной только заснула. Полетите, спрашивают в командировку на симпозиум. Короткова заболел, ее доклад я вручу вам в аэропорту. Куда, спрашиваю? В Ташкент. И тут я проснулась окончательно. Мама! Слушай, ты когда прилетела-то? Ты остановилась где? Я с аэропорта сразу к тебе, боялась, что ты на учебе, но моя гостиница где-то рядом. Эклеры. Знала бы, напекла бы пирожков. Мам, о, спасибо. На 4 дня Марк меня послали. На 4 дня. Я так соскучилась. Мне не снится. Слушай, мам, а я сегодня уезжаю в командировку. Куда? Ой, мам, в Гарманистан. Конференция на тему, взойдет ли в Гарманистане солнце нового дня или не взойдет. Одни говорят, взойдет, другие говорят, нет. В Афганистан командировка, да? Марк? Ну, понимаешь, тема острая, животрепещущая. Без переводчиков, говорят, не обойтись. Мне кажется, переводчики только все запутают. Конференция? Да, мам, это я, как обычно, утрирую все. Даже не конференция, так просто. Обычная поездка. Хотят, чтобы я сопровождал одно официальное лицо. Может быть, вообще всю дорогу придется молчать. В тряпочку. Когда вылетаешь? Сегодня ночью. Мама. Мама. Доброе утро. Здрасте. Давайте вам помогу. Спасибо. Давайте. А я вам 10 рублей принес, которые я вам должен. А я уже забыла совсем. Вот, держите. Угу. Спасибо. Сюда? Да. Может, вы какую-нибудь заметку напишите о вашей барахолке? Обычаи, нравы, ритуалы. Укажете на недостатки. Даже не знаю. Я заметки никогда не писала. Не умею. Разве что стихи. Вы пишете стихи? Раньше писала. Сейчас редко. Слушайте, так прислайте их нам. Может, мы вас и напечатаем. Да? Да. Мама! Что? Мам, я вот именно такое платье хотела. Я тебе про него говорила. Ну, Туся, давай мы тебе новые туфли купим. Купим туфли. Не вот хватит, смотри, денег. Хватит. Сколько стоит? 120. Девушка, да вы что? 120? Это же грабеж средь бела дня. Как это 120? Ну, мам. Девушка, 100. 100. А, знаете что, девушка? 100? Давайте, 120 так 120. Уговорили, я возьму. Так, мам. Молодой человек, в чем дело? Надо было раньше покупать, нечего было здесь раздумывать полчаса. Это... Так, девушка, заверните. Берем. Что ж за невезение такое? Жена давным-давно просила что-нибудь красненькое. Ну, купите ей портвейн. Она будет рада. Это очень новая модель. Ты меня разоришь, Туся. Как ей интересно теперь этот промах, ей объясню. Вы просто возьмите. Ничего ей не говорите. Возьмите, здесь ровно 120 рублей, можете пересчитать. Спасибо. Носите с удовольствием. Пойдем. Спасибо. Ну, ладно, ладно. До свидания. Здоровья. Спасибо вам. Да не за что. Хорошее начало трудового дня. Да. Про жену я, кстати, наврал. Один как луноходик на луне. Меня, кстати, Алексей зовут. Дина. Очень приятно. Да, мне тоже. Дина, что вы обычно делаете после воскресных трудовых будней? Например, сегодня вечером. Сегодня вечером иду домой, готовлю ужин. А на сколько персон? На 3. Понятно. Так я и знал. В трамвай обычно достаются счастливые билетики, а в жизни… Ну ладно. А, кстати, вы присылайте стихи, не стесняйтесь. А,
А то мы всякую муру печатаем. Хорошо. Спасибо. Ладно, до свидания, Чернобровкин Алексей Григорьевич. До свидания, Дина. Чтобы бойцы не сбились с тропы, дал команду каждому на ранец кусочек бинта присобачить. Ночью в горах темно, ни черта не видно. А так, белый квадратик перед глазами. Хорошо, а как же раненые? Раненые на себе тащат, убитых тоже. До первой площадки, чтобы вертолет забрать их смог. К примеру, бойцам в индивидуальных пакетах положен тирамидол. Так некоторые гады используют для кайфа, а туда воды наливают. То есть, получается, могли бы спасти. Но из-за того, что пирамидола нет, это становится нереально. Ну да, в худшем случае груз 200, а в лучшем инвалид на всю жизнь. Спасибо, хоть жгутами обеспечили. А то поначалу сплошные ампутации были. Молодой человек, не курят в боксе с техникой. Извините. Вот напиши в своей газете, что советский солдат самый дешевый в мире. Страна может гордиться. Через 5 минут посадка. Просто не надо выглядеть себя с прошущего.